полуоткрытое небо. Москва ограничила дальность наблюдательных полетов НАТО. Самолеты США мешали работе аэропорта в Калининграде. Об этом заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова. Наши попытки договориться с ними о некой разумной сдержанности успеха не имели. Поэтому мы были вынуждены минимизировать издержки путем объявления максимальной дальности для полетов над Калининградской областью 500 километров. Это решение не противоречит договору об открытом небе. Кроме того, время полетов для НАТО не сокращается, а 500 километров достаточно для наблюдения за самой отдаленной точкой. Но Вашингтон без зазрения совести готов нарушить договор по открытому небу. США планируют ограничить полеты российской военной авиации. Запрет может коснуться воздушных коридоров над Аляской и Гавайями. Москва намерена ввести ответные меры.